гипотезе итальянских ученых, которые они выдвинули еще в 99 году, когда первый раз приехали туда, что озеро Чека не что иное, как кратер именно от падения Тунгусского метеорита, потому что когда они провели батиметрию, оказалось, что озеро имеет конусообразное дно. В которых я росла, то есть тайга, река, то есть, ну, наверное, наложилось. Я себя чувствую на работе в заповеднике, как рыба в воде, то есть не пугают там дикие там расстояния, там, что я где-то заблужусь, ну, встречи с медведями. Ну. Весь вывалит его вот внукам, правнукам. Куда надо ездить? На охоту ездить-то. Интересно. Бюджет свой, автономия своя была. Самостоятельно решали, распоряжались природными ресурсами. Десятилетия назад здесь стабильно зимой было -50, -55. Сейчас как таковых температур нет. Они есть, конечно, но они недолговечные. То есть, может быть, там недельку продержаться. Ну, все, естественно, рукотворное.